В этот день хотел бы всех поздравить с 1 мая, всех с праздником здоровья, семейного благополучия, ну и, конечно же, немножко благосостояния и процветания нашему прекрасному городу. Кавказа. Современная, комфортабельная здравница, гордость и жемчужина курорта. Тепловые сети. Директор Роман Евгеньевич Трихунов. Мы приняли член краевого совета ветеранов правоохранительных органов. ТОСы возглавляют уважаемые, авторитетные, инициативные, неравнодушные люди. Победители всероссийских, европейских и международных соревнований «Пан Тэквондо». Соединение молодежного центра «Формула 1001». Студенты. В составе делегации врачи, медицинские сестры. В составе делегации победителей центральных и краевых творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсов и соревнований. 10 преподавателей школы достойных.